Власти Камчатки намерены реконструировать трассу на Усть-Большерецк. Планируется, что в следующем году начнется подготовка документации по асфальтированию первого 5-километрового участка дороги, сообщил губернатор края. Владимир Илюхин подчеркнул, что Усть-Большерецкая трасса для региона важна, но летом по гравийной дороге ездить очень сложно. Поэтому принято решение закатать ее в асфальт. Ожидается, что проект по Усть-Большерецкой трассе будет готов к моменту, когда завершится реконструкция Мильковской дороги. Тогда власти края подадут заявку в Росавтодор на софинансирование и работу. Работы начнутся. Протяженность трассы совхоз Начикинский, Усть-Большерецк, Октябрьский составляет 130 километров. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.